Привет! Сегодня у нас обзор отеля «Врачия» в Санторини, населенный пункт Ио, который называется. Сразу скажу для тех, кто будет выбирать этот отель. Отель достаточно далеко находится от, ну, от того места, где все происходит, все движение. Вот вы сейчас видите гору, и на горе там впереди далеко белые домики. Это как раз та туристическая часть, где красиво, где походить можно, где, ну, где есть что посмотреть. Туда, отсюда добираться около, ну, 5 километров идти. Можно 5 километров вот идти по проезжей части пешком. Можно идти через поля, это будет где-то 4 километра. В километре отсюда остановка автобуса. Можно пройти километр вверх туда и там сесть на автобус и доехать за 1,8 евро с человека. Причем, ну, вы доедете буквально там за 5 минут за 1,8 евро. Этот отель хорошо бронировать, если у вас, если вы берете машину на прокат, тогда да. Здесь вечером очень уютно, спокойно, тихо, мало народу. Но если вы не берете машину на прокат, то, ну, вам, наверное, будет здесь неинтересно, и тогда выбирайте лучше именно непосредственно в Ии, в самом населенном пункте. Она там может оказаться и не дороже, но вы будете в центре какого-то движения. По отелю у нас вопросов нет, он новый, такой молодой, чистый отель, ухоженный, хороший ремонт в отеле. Рядом нет ничего, никаких киосков, ничего вы не купите, нигде вообще ничего рядом здесь нету. Только в городе, только в Ии, в 5 километрах отсюда. Поэтому вечером обязательно запасайтесь, если будете ехать из Ии, запасайтесь вином, там, маслинами. Номеров немного, 2 этажа, вот сейчас мы на 2-м этаже отеля. Сейчас спустимся вниз. Отель строится еще, вот 2-я часть отеля еще не построена. За этими столиками можно завтрак, это отель с завтраком. Завтраки можно заказать с утра в 8 часов или за этим столиком, или принесут в номер. Такой вот бассейн. Уже солнце припекает, но ветер сильный. Сегодня 20 апреля. Греческая весна. У отеля есть собственный выход на пляж. Ну, я сейчас быстренько спущусь сюда. Но там очень большой шум, очень шумно от волн и от ветра. Мы не купались, потому что еще прохладно. Но спуститься, походить можно. Ну, в общем, я не буду дальше спускаться. Такая набережная. Выглядит красиво. Черный вулканический песок. Санторини — это на самом деле не название острова. Название острова Тира. А Санторини — это вулкан, который образовал этот остров. На вулкан есть экскурсии. Тоже будет обзор у нас. Можно будет посмотреть в канале. Пока еще не ездили. Ничего не могу сказать про вулкан. Но вот результат извержения этого вулкана — это такой черный песок. Это 2-я часть отеля, она тоже с бассейном, но она еще в процессе, ее делают. Здесь за этим столиком тоже можно завтракать, получаются отличные фото. Ну, если только нет сильного ветра. Лежаки все пустые, в отеле кроме нас еще отдыхает 2 семьи. Ну, полный не сезон пока еще. Думаю, летом он загружен. Ну и транспорта летом, наверное, будет побольше. Легче будет добраться до Ии и до Тиры. В общем, до всего. Такой у нас номер. Чистенький, уютный, просторный. Диванчик, столик. Маленькая кухня. Все двери
и окна со ставнями можно закрыться, и тогда с утра будет абсолютная темнота, кухня простенькая, ну, кран, все, что надо, чайник есть, правда, у нас не работает, плита, холодильничек, шкаф, кровать, кровать отличная, ну, и санузел, тоже такой умывальничек, зеркало, все есть. Душ без кабинки, просто вот такой душ, и, ну, когда купаешься, все вокруг мокрое. Ну, зависит от того, как аккуратно ты это делаешь. Душ хороший. В общем, такой номер в этом отеле. У нас не самый лучший номер, есть номера чуть побольше. Но в целом этот номер нас вполне устраивает. Так что если он не с Sea View, но у нас не было цели селиться в номере с видом на море, так как мы не планировали вообще находиться в номере. И вот, в общем-то, такой номер. Завтрак в нашем отеле выглядит так. Это, ну, что-то скромненькое, джем, яйца, пару бутербродов, кофе и сок. И вот еще какие-то булочки. Ну, наесться так, как в Египте, не получится, но зато очень отличная локация и вид вокруг. Солнышка нету. Мое солнышко пришло вот. Сейчас 8 утра, очень рано, солнышка нету, облачно и ветер. Ну, в общем, вот небольшой такой отель, по второму этажу мы прошлись. Это первый этаж. В конце стоят ребята, это ресепшн. Они встретят вас сразу. Женщина готовит еду, а мужчина выдает ключики в новоприбывшем. Спасибо за просмотр. Ставим лайк, обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые видео.